Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, уважаемые братья и сестры. Грядет 31 декабря, Новый год. Это большой праздник. Вот так считают. Уже давным-давно накупили все елку, украсили им свои дома, разукрасили елку, нарядили все, что вокруг. Начинают немножко готовиться и даже, может, выпивать. В магазинах много очереди, все толкаются, выбирают себе продукты питания, покупают алкоголь, приносят все это домой, начинают наряжать стол большой, красивый, шикарный, садятся 31 числа в 12 часов ночи, слушают выступление президента, подбой курантов, открывают шампанское и начинают праздновать Новый год, наступление Нового года, желают друг другу счастья, загадывают желания, приглашают домой Деда Мороза и Снегурочку. Давайте теперь посмотрим на празднование подобного дня с точки зрения ислама, если это на самом деле. Если, например, поразмышлять и подумать, кто же такой Дед Мороз на самом деле, то с точки зрения людей, которые отмечают этот праздник, Дед Мороз исполняет их желания. То есть те, которые они загадали в течение года, он исполняет их в преддверии Нового года, то есть как раз 31 декабря там, и так далее. Он приносит подарки. Соответственно, можно ли считать, что Дед Мороз может исполнять желания? Ведь только Аллах всезнающий, всеобъемлющий, дарующий и знающий скрытое и явное. Наряжают елки, водят вокруг них хороводы. То есть можно ли водить хороводы вокруг елок? И к чему это все приводит? Дальнейшее застолье приводит к большим пьянкам, которые вытекают в поножовщины, в драки, в обморожения, в похмельные синдромы. Много людей в течение этих 10-дневных праздников пьет, трезвеет, пьет, трезвеет, пьет, трезвеет. И огромное количество людей за это время праздников умирает и заканчивает жизнь самоубийством. И возникает много бытовых ссор на этой почве, на почве алкоголизма. Давайте же подумаем и рассуждаем, порассуждаем логически, возможно ли вообще мусульманам отмечать подобные праздники, и тем более, можно ли прививать подобную привычку нашим детям, убеждать их в том, что Дед Мороз действительно исполняет желания, приучать их наряжать елку ближе к 25-20 числам декабря. Тем более, даже в наряжении елки есть ли какой-то смысл, столько деревьев, столько потраченных денег ради того, чтобы это дерево постояло дома в течение 20 дней, а затем было выброшено на свалку. Разве все это из ислама? Уважаемые братья и сестры, пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто празднует праздники чужого народа, тот из них. Ведь не подавляйтесь подобным праздникам, не следуйте за неверующими. Воистину, в исламе есть праздники, такие праздники, как Курбан-Байрам и Ураза-Байрам, это отличные, это великие праздники, которые узаконил Всевышний Аллах Субхану Тааля. Этого должно быть нам достаточно. Ведь для верующей мусульманки и верующего мусульманина нет выбора при принятии ими решения, тогда, когда Аллах и его посланник уже приняли решение. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны, будьте соблюдайте каноны ислама и придерживайтесь шариата. Пусть Аллах Субхану Тааля облегчит вам это. А в противном случае это может отмечать подобный праздник может привести вас к ширку, ведь Аллах Субхану Тааля милостивый и милосердный сказал, что простит абсолютно все, кроме ширка. Поэтому, братья и сестры, пожалуйста, будьте осторожнее, порассуждайте над этим, поразмышляйте, сделайте определенные выводы и придерживайтесь их. С вами был я, Усман Ибн Хаджи. Иншаллах, до новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.